Короче, на базаре делать нечего. Вот это люки от кровати. Да, базарчик. Тройка. Видишь, он под одну систему, то есть стиль один. Ну правильно. Стиль должен быть один. Вот такой базар. На базаре, короче, делать летом нечего. Раньше такой рынок был большой. Да, это пару лет назад, да, было интересно. Да еще и в том году было более-менее. Ну, не так уже, конечно. А раньше приезжали, придешь, и мясные, и колбасы тебе, все. Теперь ходи в копеечку, нечего тебе тут колбасы кушать. Они вот с этими машинами своими, я тебе скажу, скоро разболотят всю площадку. Так уже размолотили. Уже размолотили. Я прошла там, где овощные эти. Я не знаю, там зачем это делается. Асфальт подняли. Но, конечно, без базара чего-то не хватает. Без Б. Без базара. Так, будем сейчас без базара пролежать мимо машин. Меня всегда поражает. Не, ну мы пролезем, так и нафига вот это вот все надо. Если бы не складывающиеся зеркала, так и не проехал бы. Ну да. Да. Ну, видишь, люди, конечно, о других никто никогда не думает почему-то. Такие мы добрые все люди. Да. Они вот дельфини умыть идут. То, наверное, больше не поеду я на базар. Во вторник никакого смысла. Никакого смысла. Сюда не будем заезжать? А потом. Не на площади, мне сейчас выкинешь. Ясно. Саша стоит в проходе. Ну смотри, раскрасили. Красивенько, так даже я бы сказал. А что раскрасили? Асфальтчик. Что, раскрасили? Да? Раскрасили асфальтик. Бодренько так. В разные бело-желтенькие цветочки. Зебру сделали. Там зебру? Сейчас по зебре все будут ходить. О, соседка летит в магаз на электроскутере. Жизнь бьет ключом. Передадим связь. Наша связь. Нету связи никакой. Лучше связи половой. Ну что я могу сделать? Так, тут тоже может быть косячок. Короче, глаз да глаз. Нам мангас. Бабочка стоит. Как меняется обстановка мгновенно. Только вроде цветочки были май, да, уже все. Уже не май. Уже давно не май. Да. Ладно, на заправку. На заправку, на заправку. На заправку, на заправку. Становись, тиндерин. Ага. Я вот это вот всегда, когда выезжаю, почему-то оттуда ездить больше. Так вот больше стоять тут 10 минут, никого не будет. Но если тебе надо, если надо, тебе сюда повернуть. Еще будет номер, если... Не, вроде никого нету. Обычно бензовоз еще сливается. Но сегодня нам, так сказать, повезло. Насколько интересно подорожало? На копейку. Уже, не, на копейку на уже, видишь, уже
Уже получается на 5, да. Ладно, чтоб оно на здоровье было. На чьё-нибудь, кто... Для чего-то ж оно дорожает постоянно. Ну вот, друзья мои, мы заправились. Надо теперь скинуть счетчик. О, 318 километров на 25 литрах солярки. Снилось вам когда-нибудь такое? Что значит старый проверенный двигатель VM Motori 2.4, 2.5 турбодизель? Тири-ди-дим. Едем, проверим, как там без нас пляжик шикарный существует. Так? Что изменилось? Вторник. У меня во вторник всегда такое ощущение, что сегодня воскресенье из-за базара. Считаешь, что сегодня воскресенье? Какая разница для нас? Ну, для нас, да. Не, ну, воскресенье... До 3 магазина работает, поэтому нельзя путать. Какие магазины? Ну, какие? На площади, которые, да. Такие продовольственные. Которые хорошие, работает. В которых можно что-нибудь полезительное купить. Кстати, мне сегодня надо резиночку купить. Какую резиночку? Резиновую. Блин. Какую резиночку резиновую? Вот ту, что ты мне покупала. Господи. Я буду делать себе видеокамеру на грудь. Я уже использовал уже разный контент, слышишь, и длинные такие. Ну, думаю, может, людям интересно, как мы камешки выкладываем. Некоторые смотрят, я смотрю, там контент 45 минут, чувак убирает мусор, да, в таймлапсе. И такие, ой, трудяшка, ой, какой же ты молодец. Он на какой-то помойке сражается, и тут хоть бы кто написал тебе один эпитет? Вы трудяшка? Неправильно. Да, что я трудяшка. А я реально трудяшка же. Я же реально Трудюсь. Не белый. Ни одного человека на пляже нету. Это точно. Раньше в это время уже какие-то пионеры тут были. Да, даже такое. Вообще какая-то странная тенденция. Ну, вообще никого нет. Ладно. Середины. Может, Нику искупаем? Вот я и хочу это сделать. А, ну, по крайней мере, Ника искупается. Ну что, давненько не брал я в руки шашек. Ника ждет, пока я... Трудовой контент не заходит. Будем отдыхательный делать. О, какая тут атмосфера на пляжике. Я смотрю, там он даже какой-то аттракцион поставили. А как вот этот называется? Вот это вот. Ирга. Ирга Бузина. И в Киеве дядька. В огороде Бузина. Вот такая тут обстановочка. Рано в этом году кузнечики начали стрекотать, кстати. Обычно это июль. Ух. Beautiful. Вообще такая обстановочка, должен сказать, очень жизнеутверждающая. Ветер будет шуметь, правда. Так, стенды. Сейчас пойдем глянем. Это, наверное, как, чтобы знали, как правильно надо обращаться с природой. О! Как правильно употреблять или что это? А, нельзя употреблять, понятно. Алкоголь, яд, поэтому я приучал свой организм к нему с детства. О, да, после таких стендов, конечно, скажу вам честно, жизнеутверждающее настроение пропадает. Еще такие мемориальные лоды. Ти-ди-ди-дим. Еще и вороны. И ни одного человека.
Зашибись. Собака только что-то там нарыла. О, а тут смотри, вода какая. Вода теплая, прозрачная. И вообще, я тебе скажу, даже по сравнению с нашим озером, можно сказать, классная. Возвращаемся на наш пляж, наверное. Тири-ди-дим. Не бойся, ты что-то боишься этой воды. Запечатлеть плавающий вид. Плавает хорошо, но не любит воду. Вот так вот. Друг. Если друг оказался, оба, такой серьезный, смотри, оба. Дружить хочет. Давайте дружить с вами, собака уважаемая. Да, конечно. А не поплавать ли нам сегодня? Это не мухи, это эти пчелы какие-то. Не знаю, жужжат до ужаса. Жужжат. Мне так летело через этот участок, себе представить. Так я представляю, она слышит жужжание, не любит. Ну, короче говоря, вот так где-то. Так где-то. Ну, водичка, конечно, сегодня вообще суперская. О, не люблю это слово, но реально суперская. Такое все красивое. Сейчас я камеру поставлю на широкий формат. О, чтобы было больше впечатлений от всего этого дела. Озеро, конечно, красивое. Ничего не скажешь. Просто не вылазил бы из него. О, какая красота-то. О, конечно, ничего прелестнее, чем тепло, чистая вода, хорошая погода. Трудно что-то придумать. Альтернативу какую-нибудь всему этому великолепию. Иди сюда. Вот так вот как-то. Так бы снимал и снимал. Правда, никто все равно смотреть это сильно не будет. Если сделать короткое видео, посмотрит человек 450, поставит 6 лайков, подобайков. И на этом дело кончится. Ну, снимаем как бы хотя бы для тех 10 граждан, которых мы знаем. Им все-таки интересно, я думаю. Я не буду одеваться. Ди-ди-дим. Иди лучше выкупайся. Ты все в земле. Ну, сейчас опять. Ника! Гудя.
будешь? Самая хитрая собака.